Но Яндекс Облако в силу специфики построения платформы, которую я рассказывал, в принципе, сейчас не сильно борется с проблемой замещения, чтобы это ни было. Как я сказал, у нас нет критичных зависимостей, которые влияют на работоспособность платформы. Конечно, есть различные партнерские сервисы и некоторые такие совместные услуги предоставляются клиентам. Здесь работа там по замещению, если это требуется, идет в обычном режиме. Поэтому мы, наверное, как компания сосредоточены на том, чтобы предоставить вот, в том числе сервисы безопасности, конечно, клиентам. Потому что здесь, с учетом всех этих событий, видно, что стала определенная нехватка там, тех или иных сервисов безопасности точно налицо. И, в принципе, мы, в рамках создавая платформу облачную, руководствуемся принципом, что все сервисы, которые предоставляются в рамках платформы, должны быть взаимоинтегрированы и очень тесно работать между собой. Вот с точки зрения различных решений по безопасности сервисов, безопасный подход, на мой взгляд, должен быть примерно такой же. В целом, это, наверное, борьба вот этих категорий средств безопасности, которые общими словами называются best in class и best in suite. Best in class — это какое-то отдельное решение, которое хорошо закрывает какой-то узкий функционал, а best in suite — это набор различных решений, может быть, которые работают не настолько круто, как какое-то одиночное, но очень хорошо между собой интегрированы и таким образом закрывают ну, либо широкий домен, либо там систему в целом. Вот здесь у нас, наверное, цель примерно такая же, то есть дать пользователям платформы набор взаимоувязанных сервисов безопасности, чтобы они могли закрывать ну, как бы целые области систем, которые они размещают в облаке. И даже более этого, с учетом того, что многие наши клиенты, они используют не просто платформу саму по себе, у них есть собственные локальные инфраструктуры, конечная цель, наверное, дать возможность обеспечить безопасность вот этих двух сегментов. С одной стороны, своей собственной инфраструктуры, а с другой стороны, ее в облако. К этому мы и стремимся. Есть определенные сервисы, там, например, сервис сбора и выдачи логов. Он уже интегрируется с различными, в том числе, российскими CEO-ами, что позволяет клиентам обеспечивать, как минимум, сервис мониторинга для двух разных сегментов, которые и в облаке, и в локальной инфраструктуре. То есть подход, наверное, в целом такой, как дать как можно больше набор взаимосвязанных интегрированных сервисов безопасности.